Сегодня у нас Passat, шоссейник из Чехословакии, или дорожник, не знаю, как правильно это назвать, на узких колесах. Заднее колесико у нас приказало долго жить, хлопнул обод, и пошли спицы, и втулка тоже. Поэтому поставили новое китайское колесо на промах, на широком ободе, заспицевали. Вот так вот у нас это получилось. Переключатели H-Centur, Centur Honor. Представляете, какой древний велосипед, когда Centur еще выпускал различные запчасти. Необычное название, необычный велик. Катается на нем девушка с такими вот ручками. То есть ей удобно. Прикольный велик, хороший. По монеткам. Монетки у нас на раме. Причем передняя монетка правая у нас имеет много положений. То есть нет делений 1-2. А задняя монетка у нас на 7, а кассета на 6. И все тоже работает замечательно. Единственное, что еще, конечно, пошел у нас износ посадочного места под пружинку, то есть сама пружинка люфтит вот в том вот, вот в этой гайке или вот в этой штучке, и из-за этого немножечко тормоз люфтит, ничего уже с этим, к сожалению, не поделать.